Друзья, всем привет! Мы снова в Нижнем Новгороде. Сегодня суббота, очень много народа, просто не протолкнуться. Поэтому мы, наверное, сейчас один обзор снимем и полетим дальше. Так, мы в отделе пледов. Мы вам их давно обещали показать. Работа сейчас будет в формате таком. Название, артикульный номер, состав. Да, как шторы. Состав, страна-производитель и общий вид. Поехали! Такой пледик 2000, шерстяной, рулончик, сделан он в России, 30% акрила, 70% шерсти. Пледик, кстати, не особо колючий, но за счет акрила. Такой хороший цветной плюшевый, приятный орнамент. Текстурку. Размер 150/2, кстати, можно спокойно использовать на кровать. Но каточки будут в любом случае. Угу. Так, зачем-то сюда впихнули покрывало индира, но раз уж есть, покажем. Индира – это хлопок, два размера, 150/2 и 230/250. Здесь темно-синий цвет представлен. Сделан в Индии, 40% хлопка. Он с... У нас, в принципе, тоже индира есть, да? Да, у нас индира есть, оранжевый и белый. Не похудел ли он, так же остался? Да, примерно такой же. Вот на текстуру. Просто я смотрю, она немножко просвечивает. Дим, ну чуть потоньше стал, вот так могу сказать. Здесь еще от цвета, мне кажется, зависит. Удрун, хлопок, 700 рублей. Давай пока вот так покажем, а потом рулончик. Вот этот плед. Тогда текстуру. Он прям молочно-белый. То есть белого самого оттенка нет, он ближе в беж уходит. Индия, 100% хлопок. Угу. Ингабрита, сейчас по акции. Распродажа 1300, вязаный, фактура. Общий вид. Красивый нежно-голубого цвета. Для тех, кто вязать не хочется. Вполне адекватный ценник, особенно на данный момент. Так, значит, 80 акрила, 20 хлопка. Сделан в Китае. Но имейте в виду, что это вязанка, и поэтому такие затяжки могут быть. Ну, их просто аккуратно подрезаете, убираете, и все, дальше не пойдет. Мандарин. Зажигалкой полить нельзя? Не пробовал, не знаю, не могу сказать. Мандарин и роз. Попробовать можно, если кто-то пробовал, расскажете. Флис тоненький, 130/160. Вот в таком рулончике, 100% полиэстер, сделан в Таиланде. Общий вид показал? Следующий. Хлопок с льном. Талавмал, 130/170, в полоску бирюза, можно использовать как простынь, но размер маленький, 130/170, это буквально на детскую кровать. Так, рулончик. Россия, 56 льна, 44 хлопка. Это особенность льна. Новинка. Герхельд. 999 рублей. Заявлен цвет синий, но, как я уже говорила, очень близок к шторам Себаст по расцветке. Здесь елочка, здесь полосочка. Кисти. Висюльки. Смотрите, своя особенность. Да, или ну, она расходится? Она расходится. То есть здесь нужно... Нет, ну они как бы висюльками. Здесь, по-моему, должно быть вот это 4 полосы с топоров, но они вываливаются. Поэтому со временем проще это убрать, распустить нормально, расчесать кисти и пользоваться. Иначе будет вот ну, такая вот... Да, что-то как-то всегда. Смотри, она вот... Она так постепенно, дети могут разобрать ее на нитке. Хотя нет, смотри. Это здесь покупатели, получается, уже по обезьяничали, распускают. А так вот они, кисти, стопоров нет, и да каждый нет, кисть завернута. Вот, смотри, вот. Нет, это окончание. Здесь видишь? Вот. Как это сделано? То есть со временем, получается, распустили, а так кисти должны быть свернуты в рулончик.
Общий показал? Ну, общий сильно не покажешь. Страну не вижу. Россия. Слушайте, странно. А, да, Россия. Как так интересно написали. Нигде сделано, просто сверху России. Вот он в рулончике. 100% хлопок. Дальше Поларвида. Плед, который уже 100 лет в ассортименте. Вот такие, да, кисточки такие... внизу. 100 лет. Но новинка, считай. Ну, новинка, цвет новый. Темно-синий цвет. Кисточки. Это флис. Поларвида чуть похудее стал. Так, Китай, 100% полиэстер. Миолота, синий, 130 на 170, 1300. Очень напоминает актуальные сейчас свитера. Есть еще желтый и серый. 100% полиэстер. Фактура. Общий план. Китай. 100% полиэстер. Так, вниз давай покажем. Особенность вниз пледа. Вот такой вот. Прошит интересно. Да, вот здесь вот еще дополнительно нить пущена, чтобы дальше это не ползло. Угу. Отхильд, синтетический пледик, сейчас по фэмили 249 рублей. Фактура. Мы уже как-то говорили в последних обзорах, что если, например, вы взяли его с собой летом на пляжик, ну, считайте, что обратно он вас не вернется, потому что из-за него цепляется все. Общий вид. Давай повторимся, пока ты ищешь плед. Вот он. Угу. Что распродажи, ребята, Икея на 30% различается от региона, в зависимости, какой спрос идет от магазина. Ты такая... сейчас что показываешь? Я вот это. Ага. В зависимости от магазина, от магазинского спроса и такая распродажа, ребята. Потому что много комментариев приходит с последнего нашего видео распродажа. А почему именно цены на сайте нет именно таких товаров, а вот в реале есть? Короче, есть сквозная распродажа, да, по России, а есть общая по магазинам. Ну и плюс маркетинг Хонг, что не надо вам все показывать. Приходите ручками и смотрите. 100% полиэстер, Китай. Пледик упакован в чехол. В принципе, для дороги, для транспортировки удобно, но обратно потом его тяжело туда запинать. Дальше шерстяной плед. Раворор. 150 на 2, заявлен как синий, но я что-то сомневаюсь, что он синий, он черно-серый. Так, шерсть, 3500, фактура, кисти. Но тут они вот сразу не влазят. Да, более плотные, потому что общий вид. Размер 150 на 2, тоже можно на кровать использовать. Вот в такой упаковке продается. То есть он не маленький. Сделан в Италии. 100% шерсть. Едем дальше. А вот, забыли. Нет. Ингрун. Тоже темно-синий. Ну и, короче, кто-то этикетку. Ну вот это посинее, я представляю. Он отдает немножко. Если вот больше света дать на этот плед, он будет. А, да, вот синего вижу теперь. А, так, значит, 170 на 130, 800 рублей. Фактура. Пока не краешек. Кисти. Общий вид. Здесь каким-то образом опять затесалось покрывало. Да. Такое ощущение, что просто их там мало видят, а здесь видят больше. Начну, заодно покажем, хотя у нас уже обзор есть. Покрывало варальд, хлопковый, темно-синий цвет, цвета на самом деле разные. Размер 150 на 250, либо 230 на 250. Состав 100% хлопок.
вот такой вот объемный буф идет. В принципе, плед неплохо себя показал, хорошо эксплуатирует. Плед двухсторонний, то есть независимо от того, на какую сторону вы используете, будет одинаково. Ну и общий вид в рамках того, что позволяет отдел. Так, самого пледа... А, нет, есть. По-моему, он российский. Да, в России сделан. Дуненг 130 на 180, шерстяной, 2300. Оттенок двойной, бело-серый. Провязанный отдельно кант, как у свитера. Обратную сторону, косичка идет в другую сторону. Ну, в принципе, это... Ну, кто вяжет, ну, знает, что на одну сторону так вяжется, на другую так. Где в общий вид здесь особо не покажешь. Я постараюсь. Китай, 60 акрила, 40 шерсти. Декарера, остатки, то, что из ограниченной коллекции было. 1800, 130 на 160. Шерсть. Особенность данного пледа, по краю идет окантовка контрастного цвета розового, а оранжевого с другой стороны. Пледик стандартный маленький, 130 на 160. Шерсть сделана в Китае. Дим, общий вид проще показать вот здесь. Угу. Опять покрывало сюда затесалось, уже тротвиво. Темно-розовый, два размера, две цены, соответственно. Это полностью полиэстер, такая так называемая травка, но травка очень мягкая, и она не мнется, не ломается. Ты куда, куда, куда? Что-то у меня включился на автоматику какую-то. Ладно, продолжаем. Точно? Начал блуждать, искать что-то. Китай, полиэстер, 100% переработанный материал, такой пудрово-грязновато-розовый, но оттенок, в принципе, приятный. Хорошо эксплуатируется, как я уже сказала, не скатывается, не вылазит. Так, чего, поймал? Угу. Капастер 130 на 170, бело-розовый. Сейчас по фэмили, 900 рублей скидка. Хлопок и вискоза. Фактура. Кисточки. Вот здесь видишь, о чем ты говорил, вот они кисти подшиты, что они дальше не пойдут. Да, ну тут, во-первых, и нитка тоньше, да. Меньше. Обратная сторона. Фактически он сделал так, чтобы можно любую сторону использовать. Ну это мы уже показывали в продаже. Угу. Не первый раз в этом делаю. Индия. Хлопок 74, вискоза 26. Так, варель, ты уже говорили. Только ну, розовый. Только покажем оттенок, да. И все. Остальное, в принципе, все то же самое, производитель. Ничего не меняется. Да. Ну, то есть пледы, которые повторяются, размер, мы вам просто показываем покажем. Цвет. Варельт. Угу. Фактура. Ингибрид это то же самое. Угу. Гультал розовый, 130 на 170, 3000, лен. Кисти. Текстура. Мнется. Общий вид. Так, ищем. Россия, лен. Так. Вот этого товарища тоже уже показывали, поэтому показываем ценник и цвет. Угу. Вы что хотите делать? У меня в маске закладывает нос, и я хрюкаю. Ну, пока никто не видит, отвернемся. Это все. Буду, в принципе, уголочек. Так, мандарин роз, розовый. Показывали сейчас. Какой? Голубой показывали, да? Так, особенность у нас сделана из полиэстера. Мы про него рассказывали уже. Еще один интересный новый плед. Лену Мола.
140 на 180. Шерсть. 2800, 140 на 80. Значит, внутренняя сторона. Фактура с внешней стороны. Он переливается, вот так смотрю. Он красивый, за счет, видишь, нитка какая внутренняя. Он с кистями. Кисти скручены. И вот он весь. Ну, очень интересно будет смотреться. Он этот, за счет своей особенности переливания. Россия, цвета, шерсть. Вот интересно смотреться на диванчике. И не колючий, кстати. Еще один из синтетических вязаных пледов. Юлвали, коричнево-красный. 1000 рублей, 130 на 170. Общий вид? Краешек у нас. Окантованный просто. Китай, полиэстер. Так, Тратвиво показывали розовую, это бордо. Гуль, клинт, темно-красный, 3000, шерстяной. Красивая фактура, елочкой вязаной. И смотри, здесь тоже как внутренняя нитка, да, дополнительная? Угу. Как перелив идет. Сможешь как-то показать? Я его не вижу. А, вот он. Россия. Ингабрита красного цвета. Фактура. Все? Мы его снимали уже. Да. Варкарди. Красно-коричневый, полиэстер. Есть еще разные варианты цветов, белый, серый, синий. Клетка. Тоненький плед, легко стирается. Катушкой, в принципе, не покрывается. На данный момент я считаю, что это лучше, чем Анна Мия, которая новая дырявая вышла. Кисточки. Общий вид. Ну, такой приличный, приятно коричневого оттенка. Китай, 100% полиэстер. Индира красно-коричневый, красно-оранжевый. Ну, дальше показывай. Да, мандарины роз, только уже желтый. Да, у нас сычный и ичный, желточный цвет, или как? Да. Как правильно? Ну, яркий, желтый. Показал? Угу. Детское одеяло. Сюда же затесалось вязаное 120 на 150. Кап Хест 1500. Оно двухстороннее. Давай чектурку покажем. Так, его... Хлопок, Индия. Ну, ты обратил внимание, что он переходами? Да. Вот там более светлая и оранжевая вставка. Не знаю, как ее показать. Вот. То есть вот они цвета пледа. Раз, два, три и четыре. Герхильд уже показывали, теперь только в другом цвете. Почему, говорю, уже показывали, чтобы не было что? А почему не показали? Так же и сюльки. Все то же самое, да. Хотя в пачке вот он. Знаешь, кто-то, кто-то по ночам разбирает, да. Гибрид розовый. А мы ее показывали, по-моему, уже.
Миолота, два дополнительных света, серый, очень красиво смотрится за счет белой прожилки, и желтый. Я вообще такой свитер хочу, такого цвета. Вот так, в середине. Да. Леда Миолота 130 на 70, серый и желтый. Кто сделал у нас? А кто делал, тот и делал. До этого тот же делал. Китай. Показывали вчера новинку. Фельгун 150 на 2, красный, коричнево-желтый. Смотри, какой прям такой мягенький, тепленький. Кистью. Рисунок орнамент. Край окантон, то есть он не будет задираться. Здесь и бордо. Он такой хорошо. И сделан хорошо, и рисунок хорошо представлен. Я считаю, что вполне адекватно стоит. 82 акрил, 18 шерсти, Россия. Что по городу, да? Ну, это извиняйте. Товарищи, пока нет. Иньян, 1500. Хлопок. Тонкое интересный плетение. Шум. На бок как-то. Нет, оно вот. Квадратами идет. Креста. Вот, да, ромбы. Прямоугольнички. Не знаю, видно, не будет, не видно. Но оно же не плотное, просвечивает. Да, вот видно. Показать больше не могу, его нету. Это кто? Одрун. Теперь уже в сером цвете. Бежевый показывали. 700 рублей. Тротвива серая. Так, потом вот сюда переместимся. Потом в конце. Юл Варли, только серого цвета. Ну, серый относительно, но фиолетовый оттенок мне дает. Ну вот смотри, вот сравнение. Вот такая камера вообще ярко выражена. Ой, да, вообще камера перевирает его. Не перевирает. Не? Просто она более яркая. Так, варель серый. Сейчас, сейчас. Текстурку. Угу. Варель серый. Дальше повторюшек много. Индира. Только в сером цвете. Тоже в распродаже, выходит из ассортимента. Йоханы, черный, естественный, хлопок. 800 рублей сейчас. Вот такие кисти внизу. Дальше. Ромбовидный орнамент. Он даже, кстати, двухсторонний. Смотри. Кто произвел сие радость? Уже раскупили. Уже раскупили. А, нет, нет, вот внизу лежит. Хлопок Китай. Он же. А, вот она, Людмила. Людмола. Придется вам туда идти за ней. 130 на 170, бело-серый, новинка, акрил. Очень напоминает шерсть, повязки, такие кисти. Ну, такая орнамент. Акрил Россия. Хорошая скидочка, кстати. Кавильдрун. Кавильдун. 130 на 180. Белый. Серо-белый с оттенком. Вот про что Дима говорил. Цена со скидкой только в этом магазине.
То есть, значит, это внутренняя распродажа. Ну а как? Мы же показали распродажу Нижнего Новгорода. Кисти? Мы же говорим, в каком магазине мы снимаем. Вот она клетка, здесь светло-серая, темно-серая, почти черная. Так, ищу. Шерсть акрил 55-45, Китай. Так, поларвида серый, вот о чем я говорила, серый поплотнее, чем голубой. 299 рублей. Хвостики. Фактурка. Тьер-блом-стер. 150x210. Вообще это покрывало, но оно очень похоже на плед. Полностью полиэстер, синтетика. Папа использует его в газели. Стандартным способом. Да, как-нибудь расскажет. Ну как, ширмой? Я закрываюсь. Таиланд, полиэстер. Как раз она вся длина. Позволяет закрыть. Позволяет всей длины этого пледа на всю ширину газели. Отграничить переднее сиденье от заднего. Ну, иногда укрывает. В общем, многофункциональный. Ингрун серый, 130 на 170. Кисти. Отшивка, чтобы кисти не ползли. Фактура. Общий вид. Так, миолоту серую мы показали уже там. Анна Мия, качество все хуже и хуже, честно, стало становиться. Полиэстер, 600 рублей, 140 на 2,05. Видно, да, пальцы мои? Нет. Не видно? Ну, ну что? Да, там на свет. На, там вот тоненький чек. Хотя, да, нет. Ну, что вы это? Где Анна Мия-то? Ну ладно, тогда потом Анна Мия, вон тебе снимать будем, покажем. Это все запутывается, имейте в виду. Гультал 3000. Лен. Фактура. Ну как бы, да, тахнобит. Плотненький. Ну, для льна плотненький. Ты мне скажешь, совсем с ума сошла, да? Плотненький. Нет, для льна именно. А так вообще тоненький-тоненький плед, как покрывашка. Вот даже у рулетики как это выглядит. Россия 100% лен. Самый бюджетный киевский плед. 119 рублей. 120 на 160. Полиэстер, вид мусса. Дешевле нет, ребят. Это линейка. Из полторашек сделали. Из полторашек, да. Ну, из переработанного пластика. Китай. Так, индира, светло-коричневый, он такой вот серо-кофейный. Цены те же, все то же самое, только другой цвет. Дальше один из красивейших вязаных пледов, сейчас покажу, как выглядит. Вивиана 2000, вязаный бежевый, 100% акрил. Смотрите, какие косы. Да, край, коса, один вид коса, второй вид. Вот такой, третье плетение, то есть он переходами. Он... он узкий. Красиво. И мало того, что это самый красиво упакованный плед из Икеи. Даже ленточкой завязанный. Италия. Россия. Акрил. Так, Тротвива, а нет, Варкарги бежевый. Вот о чем я говорила, Варкарги катышками идет и прилично потом идет. Но за 400 рублей. И так сойдет. И так пойдет. Тротвива. Тротвива бежевый. Мне напоминает плюшевый мишка. Ну да, он и есть плюшевый мишка.
Сиденёрт 140 на 180, бежевый, шерстяной, колючий, с кистями. Такой вот орнамент. Квадратики, ромбики. Очень хорошо косички сделаны. Угу. Качественно. Дима, единственное, что в пледах запал, чтобы косичка качественно была. Не, ну да? Я то, что посмотрел, то, что было ранее, Тань, но это я даже и покупать не стал. На возврате был два раза. Кстати, если вам попадает товар с такими этикетками, имейте в виду, этого товара уже у кого-то к кому-то съездил. Вот здесь он съездил 30 ноября. Он съездил на возврат. А, это одна и та же этикетка, просто вот эту транспортировочную не убрали. Торн. Ну, короче, кто не понял, знаете, когда увидите вот такую этикетку, уж не берите. Да, он уже у кого-то был. Ну, не знаю, что им пользовались, просто не, его взяли и вернули. Не надо, кто там немножко там любит новей нового покупать. Да, тогда. Ну, а вы все равно в магазине все 10 раз все цапают. Шерсть России. Не, просто некоторые, допустим, бытовую технику покупают, как вот Павел Николаевич у нас, да? Только в пленочке, что все завернуто, и ни одна человеческая рука не трогала этот предмет. Колючий. Сиг Бьорг. 2300 вместо 2800. Це кто? Це шерсть. Кисти. Коричневый, бежевый. Тут даже вон переплетение. Текстурка. Ну, очень колючий. Вот так, вот сюда акрил прям капелюшку бы не мешало. Сто пятьдесят на два. Россия, шерсть. Гульклинт. Мне кажется, мы его уже показывали, только в другом цвете. Да, вот серый показывали гульклинт. 2300 шерсть. Да, соглашусь, что-то тут добавлено в ткани. Сверху еще, да, переход да, ниточкой, вот темнее, вот светлее. Ее видно все-таки, вот, эту ребристость. Надеюсь, передадим вот этот самый эффект. 150 на 2. Энгелев. 140 на 180, как Гизлев почти. Кисти. Смотри, тут маленький скрытый рисунок, подожди. Да, вот он. Квадратик. Тихо. Даже вот, совсем близко поднес. Ну, надеюсь. Просто экран маленький, я не понимаю, зафиксировался рисунок или нет. 2800 шерсть. Очень тонкий. И легкий. И, кстати, не такой колючий, хотя акрила нет в составе. Тоже, наверное, тип шерсти еще зависит. Россия. Так, Анна Мия уже в беже. Белый. Бежевый. Ценника Нихт Ферштейн. Ну, надеюсь, то же самое будет. 599 рублей стоит Анна Мия все. Так, Одрун зеленый. Шерстенюшка. Раварор 150 на 2, 3500. Мы снимали уже такой темный, это светлый. 100% шерсть. Давайте отличительную попробуем показать. Плетение. То есть сам плед толстый, но плетение многослойное. И появляется вот этот отсюда эффект воздушности. Кто сделал? А я уже говорила, когда Раварор серый показывала. О, Италия. Итальянцы, да. Итальянский. Йофрит. Хлопок. И лен. 80 на 20. Плотный, держит форму. Часто берут в качестве такого, ну, покрывашки на диван. Вот он как бы геометрически правильный рисунок, но он местами где-то не прорисованный. Так проплетен. 150 на 2. Тяжелый, кстати, один из самых тяжелых следов. В Китае сделан. Ну, плотненький. Угу. Очень плотненький. Вот, покажи. Герхильд. Показывали уже два цвета. Это бежевый. 130 на 170. Хлопковый плед.
Это вот у него кисти, сикс-накс. Экус. Экус. Ингрун. Тоже уже показывали, только серый. Акрил хлопок. Одрун бежевый. Мне кажется, у нас уже был где-то. Да. Да. Мы и зеленый показывали. Так, индибрита. Кстати, индибрита не, Family не попал, но его и в наличии нет. Бело-молочного цвета. Но вот если с одруном сравнивать, индибрита белее. Есть. Видно. Так, вот этого тоже уже показывали. Повторяется, да? Да. Н и Ан. Н и Ан. 1500. Хлопок. Не нахожу его. Давай, ты пока краешек, а я его поищу. Дим, не вижу. Возможно, нет на данный момент. Хотя вроде не прописано. Так, Вивиана еще белые. Да, он прям кипино белый. Даже индира белая грязнее выглядит. Он прям белый пушистый. Да, белый пушистый, как свитер. Дальше. Плед-скатерть. 130 на 170. Стинамай. 1000 хлопковый. Где? Вот только так могу вытащить. Нет, вон она. По-моему. Мы заканчиваем уже снимать. Вывод, по выходной в Икее делать нечего. Индира белый. И Варельд белый. Сейчас мы еще, Дим, финал пока не пишем. Сейчас мы пройдем посерединке все те цвета, которые могли пропустить. Так, это показали. Просто покажи общие. Показали. Это показали. Показали. Это коричневое, так, у нас осталось два последних пледа. Я скажу сейчас на данный момент самые неудачные пледы, которые есть в Икее. Это та же Анна Мия, только нового плетения. Она вообще тонкая. Может быть, вот так будет виднее? Нет, кофта бежевая. Ну, да, есть. Ну, самый тонкий. Можно и так сделать. И точно такой же зеленый. Как я вчера говорила, Москву видно, да? Да. В принципе, по пледам все. Друзья, пишите, какими пользуетесь, какие нравятся вам. У нас дома Варельд, Индира, пару старых линей, которых уже нет. Нам нравится, честно. А за все время... Сколько мы с тобой женаты? Дофига мне. Дофига, если надо. Димка. За все время я покупала только один плед, не икеевский. У нас очень классно плетут на одном из местных заводов, но только одну модель. Вот она себе на кровать покупала. Все остальные пледы икеевские. Стираются хорошо, эксплуатируются хорошо. Нюансы учитывайте по нити. У нас все. Мы побежали из этой толпы народа. Бегом. Мы не привыкшие. Да.